Здравствуйте, Facebook, здравствуйте. С вами на связи Анна Богинская, как обещала. Сегодня в 22:00, может быть, вы не ждали, а я пришла с трансляцией. Для тех, кто меня не знает, я писательница, автор известнейшей трилогии «Жить жизнь». На сегодняшний момент мои романы, тренинги читают в 62 странах мира. Эти книги, мои книги, посвящены свободе от манипуляции, личностной трансформации, освобождению от страхов, сомнений, чувства вины, гордыни. Ну и вообще в художественной истории зашито огромное количество всевозможных кейсов, которые дают вам знания, которые обязательно вас защитят и помогут сделать вашу жизнь лучше, лучше и лучше. Поэтому добрый вечер, Инстаграм, добрый вечер, Фейсбук, всех приветствую. Очень-очень рада видеть. У нас сегодня с вами продолжение по вашей просьбе созданной серии видео, посвященная кризису отношений. И сегодня у нас кризис отношений, часть третья, это расставание, развод. Поэтому сегодня будет интересно, прежде чем перейду непосредственно к информации, подожду, чтобы немножко собралось больше людей. Сегодня я вам также дам один очень интересный тест. Вот, это серия трансляций, и прежде чем мы начнем, хочу напомнить вам о том, что данная серия видео, она не посвящена отношениям с манипуляторами, психопатами, мизогинами, перверзными нарциссами, представителями темной триады, макиавеллистами и прочей там нечисти, да? То есть эти трансляции посвящены тому, когда вы находитесь в созидающих отношениях, в отношениях, в которых вам было хорошо, да, то есть я не надеюсь, не мечтаю там, что это были супер-мега-идеальные отношения, но это отношения, в которых вы были счастливы. И в какой-то момент в отношениях случился кризис, и сегодня вы ищете выход, как выйти из этого кризиса. Поэтому эти трансляции посвящены непосредственно этому, да, тому, что с этим делать. И если вдруг по каким-то причинам вы являетесь человеком, у которого кризис в отношениях, вот, и я напомню, что есть 4 признака. Это устойчивое чувство раздражения в отношении вашего партнера, когда вас вдруг резко начало раздражать в нем абсолютно все. Это нет желания проводить время вместе. То есть каждый занят и находится в своем углу дома. То есть вы находитесь в разных реальностях, находясь на одной территории. И, конечно же, у вас нет секса. И вы ничего не знаете, 4-й признак, о друг друге. То есть не интересуетесь жизнью друг друга. То есть вот эти 4 признака являются показателями того, что вы находитесь, что в ваших отношениях наступил кризис. Я говорила в первом видео, почему в первой части, почему так происходит. Во второй части книги, видите, писатель, рефлекс. Во второй части я говорила о том, что с этим делать, что можно сделать, почему так происходит, на что можно обратить внимание. Кроме того, мы провели с Кущей Еленой, психологом, в Инстаграм трансляцию, посвященную именно разводу. И сегодня я хотела здесь, на своей странице Facebook, все-таки высказать вам некоторые важные, на мой взгляд, вещи, касаемые расставания и как быть уверенным в том, что вот пришло время уже расстаться, и уже наступила вот эта вот та точка невозврата, когда все, уже просто вы понимаете, что дальше ничего хорошего не будет. Поэтому спасибо вам огромное за теплые слова. И пока вы собираетесь, начну с самого важного, то, о чем я хотела сегодня поговорить. Забыла свои заметки. Сейчас одну секунду вернусь. Готовилась, заметок написала много разных листочков для того, чтобы ничего не забыть. И вот нате вам, я оставила в другой части гостиной. Итак, начну с главного, то, о чем я хотела с вами поговорить в начале, пока вы собираетесь, это поблагодарить вообще моих читателей, моих бабочек, которые находятся в клубе «Жить жизнь», моих подписчиков за вашу любовь, за вашу заботу, за вашу благодарность.
потому что последних несколько дней я отвечаю на вопросы в клубе, читаю очень много историй от моих читателей, историй судеб их изменений, читаю, конечно же, ваши комментарии и пребываю в каком-то состоянии невероятной благодарности, любви каждому из вас, и я хотела поблагодарить вас. Кроме того, вчера Павел приехал, один из сотрудников офиса, кто знаком с офисом, вы его знаете, привез мне ваши подарки, поэтому спасибо вам огромное, для меня это большая честь, обязательно сфотографирую, выставлю в Инстаграм, и я каждый раз в большом удивлении от вашей любви, поверьте, что она взаимна, и вы всегда в моем сердце, и то, что я всегда делаю во имя вас, и вы знаете, что одна из самых важных, главных моих ценностей жизни – это уважение к людям, это забота о людях, это доверие, конечно же, то, о чем я пишу в книгах. И я думаю, что те, кто являются моими подписчиками в Facebook, YouTube, в Instagram, вы знаете, с каким большим уважением я к вам отношусь. Ну а бабочки, конечно же, в клубе «Жить жизнь» вообще чувствуют мою любовь постоянно и всегда. Поэтому спасибо вам за вас, и я хотела поблагодарить отдельно и уделить этому время. Не думайте, что я не замечаю ваших добрых слов, и знайте, что я всегда их чувствую, слышу, вижу, читаю, и для меня они большая честь. Большая честь знать, что благодаря моему жизненному опыту, моим знаниям вы смогли изменить свои судьбы. Но это не я, это, конечно же, вы. Вы именно меняете свою жизнь к лучшему, поэтому спасибо вам. Вот. Поэтому хотела начать с этого, чтобы не забыть, ничего меня не отвлекло. Вот. Как попасть в клуб? Вот спрашивает Инстаграм. Рассказываю. В каждой книге «Жить жизнь» есть вот такая бабочка, в каждой книге она разная. Вы с помощью нее, регистрируя ее на сайте annabaginskaya.com, попадаете в закрытый клуб «Жить жизнь», где сотни часов трансляций, несколько марафонов, ну, в общем, огромное количество информации. И вообще все, что касается бабочек, они у меня в приоритете. То есть в первую очередь я отвечаю на их письма, на их комментарии, на их вопросы. Поэтому в клубе «Жить жизнь» это наша такая... сообщество по интересам, нахождение в нем не требует никаких финансовых доплат, или вся информация, которая есть в клубе, предоставляется вам на постоянной основе, поэтому главное соблюдать правила клуба. Вот, поэтому каждая книга идентифицирована. Следующий сразу вопрос, который хочу упредить. А что делать, если я приобрел всю трилогию? Одну бабочку вы можете зарегистрировать для себя, а две бабочки подарить своим близким, друзьям или подругам. Поэтому тем, кому вы считаете, эта информация будет важна и полезна. Сразу же следующий вопрос. Скажите, Анна, как получить книги во всех странах? На сегодняшний момент мы доставляем книги во все страны мира. Книги находятся на сайте annabaginskaya.com. Доставка очень быстрая. Единственная рекомендация для вас, если вы находитесь за границей, очень, ну, дешевле намного приобретать сразу трилогию, потому что доставка на три книги стоит ровно столько же, сколько на две. И там всего лишь на 25-30% дороже, чем на одну. Поэтому чем больше книг, тем вам дешевле. Вот, это то, что я хотела сказать. Итак, спасибо вам огромное за теплые слова. Итак, вас становится больше, больше, больше. Я начинаю видео. Напоминаю, что благодарю вас за репосты. Если вы считаете это видео полезным, оно действительно может кому-то помочь спасти отношения или спасти даже их жизнь. Поэтому добрый вечер всем. Итак, начинаю с самого важного. И мы сегодня уже подошли к такой... Я говорила изначально, что эта серия видео, она будет... уникально тем, что мы пройдемся как бы по трем составляющим. Это что мне делать, как определить, что это кризис и почему это происходит в моих отношениях. Вторая часть — это все-таки, что я могу сделать, чтобы спасти отношения. И третья часть — это когда мы уже понимаем, что вроде как спасти отношения нельзя. Сегодня я вам дам тест, который был создан Еленой Куч, психологом, специально для того, чтобы определить, когда отношения перешли в стадию кризиса. Дам его чуть попозже, для того, чтобы больше людей смогли им воспользоваться, услышать. Кроме того, когда мы его давали в Инстаграм, очень многие
просили, умоляли: «Анна, пожалуйста, повторите его, чтобы это было в записи где-то в Facebook, чтобы можно было повторить». Вот видите, девочки пишут, что книги получают в Испании, в Италии, даже в Америке за 7-10 дней. Бывает по-разному, мы говорим 10 дней, но обычно доставка, слава богу, еще быстрее приходит. Поэтому вот, и самое важное, к чему я хочу перейти, с чего начать, прежде чем давать информацию, это сказать о том, что, к сожалению, люди тотально не умеют расставаться. И я многократно повторяла и говорила в прошлый раз, видно, и в предыдущих видео, что, к сожалению, у нас в школе учат чему угодно, но нас совершенно не учат тому, что является самым важным. Это отношения, как выбирать партнера, как сказать, функция жены, функция мужа, вообще как бы, каким образом создавать отношения, что такое семья, как формировать ценности семьи. То есть нас не учат очень многим важным вещам, которые нам намного важнее, на мой взгляд, чем многие предметы в школе. Естественно, в результате у нас в голове такая каша, каша о понятии, что такое любовь, каша о том, что такое отношения, и мы постоянно делаем очень-очень неэффективные выборы. И, к сожалению, люди тотально не умеют расставаться. В чем заключается, на мой взгляд, как писателя, знатока человеческих душ, это неумение. К сожалению, вместо того, чтобы признать обоим партнерам, что отношения изжили себя, тот, кто хочет уйти, очень часто включает обесценивание. И это обесценивание базируется на том, что раньше все, что тебе в партнере нравилось, теперь ты всеми способами обесцениваешь и говоришь, что твой партнер был ужасный. Вот этот, вот это первый сигнал, что в личности не хватает самодостаточности. Почему? Потому что именно люди, у которых не хватает вот этой внутренней силы быть честным самим собой, включают этот механизм обесценивания. Из-за чего? Потому что внутреннее чувство вины, она же все родители учили быть хорошими мальчиками и хорошими девочками, естественно, мы никак не можем признать, что это да, я сделал. Поэтому нам нужно обязательно обвинить своего партнера, сделать его плохим, сказать, что он просто исчадие ада, а я вот здесь такая прекрасная, хорошенькая принцесса. Поэтому вот я хотела призвать вас, что даже если вдруг вы все-таки расстаетесь со своим партнером, или вы приняли решение, что все, отношения невозможно сохранить, пожалуйста, не опускайтесь до этого, и мы еще сегодня не раз будем об этом говорить, что происходит при разводе и каким образом. Поэтому давайте поговорим о том, что если вдруг, я говорила в предыдущем видео, что, к сожалению, отношения можно спасти только тогда, когда два партнера в этом заинтересованы, когда у обоих есть интерес. Я вам скажу, что, и повторяла уже, повторю еще раз, что примерно из 100% писем, которые приходят ко мне, 30% — это письма, которые не имеют отношения к манипуляции, это письма, которые имеют отношение к кризису отношений. И когда я читаю такие письма, если я вижу, что есть эмоция, да, там «пусть горит в аду», то я понимаю, что эти отношения еще можно спасти. Но когда я читаю вот полное такое безразличие, да, я нахожу в письмах, что есть спокойное такое глухое, я бы даже сказала, безразличие, да, вот это уже тот признак, когда отношения закончились, и, к сожалению, нельзя уже их спасти, потому что люди по каким-то причинам разошлись уже, как в море корабли. Вот. И очень важно, если вдруг вы уж понимаете, что вы расстаетесь, сделать это правильно и эффективно. Но прежде чем мы к этому перейдем, я хочу все-таки рассказать вам и объяснить, почему люди в большинстве своем не могут быть счастливы долгое время. Я в свое время ввела у себя, исходя из своего жизненного опыта, такое понимание, как модели любви. И мало кто из нас задумывается, но когда мы рождаемся, мы же не знаем, что такое хорошо, что такое плохо. Мы же не знаем, что такое счастье, что такое несчастье. Что такое отношения, которые полны любви, или отношения, которые не полны любви.
К сожалению, мы берем, ну или к счастью в некоторых случаях, эту модель у самых близких, важных для нас эмоционально значимых людей. Это могут быть наши близкие, конечно же, в первую очередь, когда я говорю о таких людях, я имею в виду мать и отца, но бывает совершенно по-разному. Бывает так, что родители, ребенок много времени проводит с бабушкой, с дедушкой. Бывает так, когда родители, например, ребенка воспитывает там тетя или дядя, иногда очень много няня. То есть в любом случае это восприятие мира мы берем у тех людей, которые эмоционально значимы для нас. И на мой взгляд, как бы я на сегодняшний момент выделяю такое понятие, как модель успеха, и такое понятие, как модель любви. То есть, если вы девочка, в большинстве случаев то, как к вам относился отец, станет вашим восприятием реальности, что такое любовь. Я сейчас приведу примеры, как это работает. И, соответственно, такие же модели поведения мы берем и в отношениях наших родителей. То есть, если вы девочка, вы берете эту модель поведения в семье у собственной матери, да, само понятие «любовь», у отца, да, как отец к вам относился, а модель поведения у матери. А если вы мальчик, то, соответственно, вы берете понятие «любовь», как к вам относилась мать, а модель поведения у собственного отца. Сейчас возникнет огромное количество вопросов, а что делать, если у матери, у мальчика, например, нет отца? То он в любом случае будет эту модель иметь или отсутствие, или модель, которая будет заменена, возможно, отношением дедушки или какого-то учителя в школе, то есть он в любом случае где-то эту модель подцепит. И, к сожалению, в большинстве случаев у нас заложена очень неэффективная модель любви. Мы не понимаем, то есть наш вот этот сюрреализм и зазеркалье, в котором мы находимся, он как через фильтр транслирует нашу реальность. То есть, грубо говоря, многие девочки, говоря о том, что я никогда не выйду замуж за алкоголика, из миллионов мужчин на планете Земля выбирают именно того, который сегодня спортсмен, но через 2 года он способен спиться. Почему? Потому что ее модель любви, вот эта неэффективная, заставляет обращать внимание на именно зависимых мужчин. И у меня есть видео, которое называется «Бегущие отношения, как перестать быть бегущим по граблям», в котором я рассказываю, что, к сожалению, имена меняются, но у большинства людей истории все те же, да, то есть имена меняются, а все идет как под копирку. И мы так сильно боимся повторить судьбу своей матери, что очень часто, оглядываясь в свою жизнь, нервно, как сказала одна из моих бабочек, мне однажды говорит, я всю жизнь бежала от того, чтобы, не дай бог, не прожить свою жизнь как мать. Говорит, окончила я тем, что однажды я сидела на кухне, и она говорит, я даже не курила, потому что моя мать курила. Она говорит, выкуривала вторую пачку сигарет в осознавании того, что я прожила полностью так же жизнь, как она. И это стало причиной понять, каким образом можно это исправить. Так вот, какие бывают модели любви, которые за нас отправляют в сюрреализм. Первая модель любви, я ее называю фиктивная, потому что я человек, который все-таки настроен на лучшее, на созидание, на то, к чему стоит идти, что стоит в себе развивать. То есть я совершенно не согласна с многими психологами, которые говорят, что что выросло, то выросло, уже изменить ничего нельзя. Я человек, который собственным примером я полностью изменила свое мышление и смогла справиться со всеми своими детскими травмами и выработать совершенно другую модель любви. Я в клубе рассказываю много об этом. И первая модель — это эффективная. Это модель, которая несет в себе понимание, что любовь — это в первую очередь действия, которые несут уважение, доверие, заботу и сексуальное влечение. То есть, если мы говорим об отношениях личных, то это плюс сексуальное влечение. Если это дружба, то это отношения, которые будут забота, уважение, доверие. И, соответственно, когда у тебя такая модель любви, ты также проявляешься к другим людям без страха, что они поступят по-другому, но ты не влюбляешься в людей, которые не демонстрируют такую модель поведения. И это ответ на ваш вопрос. Многие из вас задают вопрос такой. Ну вот как так? Вот эта Маша, которая сидела на последней парте, была не такой уж красавицей и замухрышкой, вообще на нее никто внимания не обращал, с первого раза вышла замуж и всю жизнь счастливо прожила.
А вот наша Лена, которая была нереальная красотка, и за ней бегала вся школа, никак не может создать отношения. Так вот, ответ, конечно же, в этих моделях любви. Потому что для Маши любовь – это вот то, о чем я сказала. И ей дал такое понимание отец. Отец закладывает девочке или мать мальчику эту модель любви, уважение, да, в действиях. Когда уважает ребенка, не оскорбляет. Доверие – это когда демонстрирует доверие, забота. Конечно же, влечение – это когда отец, мать, ребенка имеют тактильный контакт, обнимают, делают комплименты и так далее. Да? То есть присутствует тактильный контакт. Поэтому, когда эффективная модель, вы всегда делаете эффективные выборы. Неэффективные модели заставляют нас делать неэффективные выборы. Что же за неэффективные модели? Поскольку основная часть моей аудитории это так или иначе травмированы, ударенные деструктивными отношениями, собственно, и как я когда-то. Поэтому у меня тоже была эта модель. Эта модель называется «Отверженная». Что это за модель? Это модель, в котором девочка или мальчик, очень часто она есть практически у всех, в большинстве случаев. Почему? Сейчас объясню, почему. Потому что модель любви начинает закладываться с момента рождения. Собственно, почему модель отверженная используется во всех технологиях пикапа? И мужского пикапа, и женского. Потому что эта модель наиболее часто в разной степени встречается у большинства людей. То есть вы не любите человека, пока этот человек не начал вас отвергать. Вот когда он начал вас отвергать, у вас резко просыпается любовь. То есть, да, известная дальше. И вот, собственно, мальчики многие очень это страдают. Откуда вот эта вся история, что мужчины любят стерв? Да не стерв они любят. Из-за неэффективной модели любви, которую им заложила мать, они влюбляются в тех, кто их посылает далеко и подальше. А, собственно, стервы, как правило, это и делают, которые не имеют страха потерять. И вот оттуда это все, эти ноги и растут. Соответственно, девочки, да, поэтому у нас влюбляются вот в мальчиков, бабников, да, назовем это так, которые имеют много женщин, не заинтересованы. Они влюбляются в психопатов, которые эмоционально недоступны. Они, ну, так же, как и мужчины. То есть все те, кто их отвергают. И эта модель, она очень явно выражена, видна у многих девочек, знаете, когда? Когда она говорит, он за мной ухаживал 2 года, а в тот момент, когда он меня послал, я поняла, как я его люблю. Вот эта форма как раз от любви отверженная, то есть всегда заслуживать любовь, всегда догонять, я ему не нужна. Это люди с ярко выраженной программой, я ему не нужна. Почему эта модель есть наибольшая, наиболее у всех? Она, конечно же, почему-то есть. Потому что модели закладываются, начиная с момента зачатия. И вот, к сожалению, в тот момент, когда мы узнаем женщины, что мы беременны, в этот момент мало, да, кто из женщин думает, о боже, какое счастье, я буду рожать своего ребенка. К сожалению, 80-90% думают, надо мне это или не надо, рожать или не рожать. Именно в этот момент уже закладывается модель отверженная. Собственно, у девочек то же самое. То есть, когда мама говорит папе, я беременна, а папа такой, о боже, о ужас, сбегает на 3 дня, попил, прострадал, вернулся, говорит, ну хорошо, рожай, рожай. А у девочки уже в минимальном варианте эта модель отверженности заложена. И потом у нее прекрасный папа, который вроде ее растил, и любил, и на руках носил, и эффективную модель закладывал, но девочка будет склонна влюбляться в тех, кто ее отвергает. Поэтому это очень важный акцент, на котором я хотела сказать, показать вам, как эти модели работают. Следующее. Сейчас, одну секунду, у меня тут с компьютером какая-то беда случилась. Модель отсутствия. Это тоже очень интересная модель. Она связана с тем, когда, например, у девочки или у мальчика не было одного из родителей. То есть у девочки не было отца, у мальчика не было мамы, да, мамы, наверное. Вот. Это как раз та модель, которая, не наверное, а точно, мамы. Как раз та модель, которая очень часто заставляет женщин и мужчин влюбляться в эмоционально и физически недоступных людей. То есть любовь просыпается к тем, кто
находится на другом континенте, живет дальнобойщик, уходит в плавание. Допустим, очень часто, к сожалению, это любовные треугольники, когда женщины и мужчины влюбляются в людей, которые недоступны. То есть, или еще любят помладше на 20 лет или 30, с которыми невозможно создать длительные отношения. Почему? Потому что когда этого человека нет рядом, то есть любовь. Как только этот человек становится рядом, поселился с вами на уровне метра, то в этот момент любовь заканчивается. Вот это вот модель отверженная. Дальше. Модель отсутствия. Модель агрессивная. Я уже говорила в одной из видео, это когда к ребенку применялось физическое насилие. То есть мальчика избивала мать, девочку избивал отец. То, соответственно, для таких детей любовь – это агрессия. И я приводила этот пример, я многократно сталкивалась с этой моделью, когда девочка или мальчик выбирают заведомо женщин или мужчин в партнеры в отношениях, которые способны применять физическое насилие. И, к сожалению, да, вот что происходит, в чем сюрреализм этой истории, в чем зазеркалье, что пока он ее не избил, она думает, что все-таки в их отношениях что-то не так, и это не любовь. А в тот момент, когда он ее избил, ее голова начинает говорить: «Итак, стоп, но это же неправильно, нужно от него уходить». И вот из-за этой неэффективной модели любви, к сожалению, очень многие не могут построить отношения. То есть они, находясь в отношениях, чувствуют себя несчастными, им кажется, что их не любят, потому что к ним не проявляют физическое насилие. Вот, что делать, спрашивают тут, ну, или вас это устраивает, или менять модель любви, то есть или надо сразу договариваться с партнером, чтобы к вам физическое насилие применяли, вот, или, конечно же, модель любви менять. Я всегда за то, чтобы менять модель любви. Обиженная. Это тоже очень любимая моя история, я очень над ней веселюсь всегда, особенно когда мужчины мне жалуются на девушек, которых они выбирают. Обиженная – это модель любви, которой родители были разведены. Если это девочка, то отец появлялся там как праздник раз в полгода, дарил много-много подарков, устраивал фейерверк, ну потом, соответственно, опять же, точно так же исчезал. Но есть и мальчики, которых воспитывал отец, и мать появлялась точно так же. Но их, к сожалению, настолько маленький процент, что многие об этом не задумываются. А для таких девочек, для них становится модель любви деньги, то есть вот это то есть они получают эмоции, когда им дарят подарки. И, соответственно, кого они выбирают? Того, кто может эти подарки дарить. И как только он подарки перестает дарить, отношения и любовь заканчиваются. То есть это не меркантильность очень часто, а вот эта вот избалованность, да, чувством вины отца, который там исчезал, появлялся раз в полгода и задаривал подарками. Вот такая потрясающая история. Вот. Дальше. Модель страдания. Модель страдания – это модель, которая посвящена вот этой вот родовому проклятию, которое я называю, да, которое передается а-ля с поколения в поколение, когда в семье нет ни одного примера счастливых отношений. И как бы в какой-то момент у девочки или у мальчика появляется прям программа, что быть счастливым стыдно. Да, то есть нужно страдать, в отношениях нужно страдать, в партнера, мужчины все козлы, женщины все суки. Эта программа передается из поколения в поколение, от бабушки к маме, от мамы к дочке или от отца к сыну. То есть это идет годами. И вот это очень важная модель, в ней очень часто зашита программа «Я жертва». Что-то у меня тут такая история, кто-то тут у меня в Facebook переписывается про кого-то. Кто-то тут кому-то мешает. Хорошо, все хорошо. И вот я хотела сказать о чем. Сказать о том, что вот такими моделями мы очень часто управляемы.
И, соответственно, точно так же очень часто женщины, когда, например, у матери не было отношений длительных, или мальчики, у которых не было отца в семье, у них нет моделей отношений, поведения, как вот эффективно в семье себя вести. И это, соответственно, это незнание и непонимание, что нужно это изучать и в этом развиваться, и что отношения — это работа, приводит приводит к очень негативным последствиям. Вот вопрос задавают: Анна, а если мама била девочку? Когда мы говорим девочке, мама закладывает модель успеха, и, соответственно, мальчику папа закладывает модель успеха. Это уже как раз про успех. У нас сегодня видео посвящено отношениям, поэтому я говорю только о моделях любви. Вот. Что делать с этими моделями? Что вообще с этим всем делать? Конечно, есть специальные техники, благодаря которым вы эту модель можете изменить. Следующий вопрос. Где же взять эту технику? Я уже просто заблокирую сейчас этого мужчину, потому что он здесь... Он тут просто не дает жить всем слушателям своими признаниями в любви. Итак, я хотела сказать, что делать с этим? Делать нужно следующее. Нужно делать специальные техники для того, чтобы эту модель изменить. И нам придется выработать новую модель своего выбора. Потому что вот эти истории, когда я только вот слышу от женщины или от мужчины такое, я люблю, чтобы она была такая необычная, такая яркая. Вот мне нравятся плохие девочки, да? Или мальчик это говорит. А когда женщина говорит, мне вот обычные мужчины не нравятся, мне надо, чтобы вот все горело. То есть на самом деле... Это поиски адреналиновой псевдолюбви. То есть если человек ищет таких отношений, это априори уже говорит о том, что есть деструктивная, неэффективная модель любви. Вопрос, где взять техники? Техники есть в клубе «Жить жизнь», но специально по вашей просьбе, после того, как я провела серию трансляций «Код жить жизнь», у меня есть трехчасовой онлайн, он называется «Любовь он или офф», который вы сейчас можете получить все, а он находится в общем доступе. Внимание, вы можете получить, поскольку знания о трансформации нельзя давать без оплаты, потому что тогда бес платит, вот, техники имеется в виду, то вы можете заплатить за этот онлайн столько, сколько посчитаете нужным. Для того, чтобы его получить, нужно написать «хочу». Вот, или вот Алексей бросил ссылку, и вам сейчас вы можете ею воспользоваться. Там как раз-таки полный разбор модели любви и разбор, то есть модели любви и полный разбор вообще информации, касаемой отношений в 7 направлениях. Поэтому как бы он доступен абсолютно для вас. Не забудьте, кстати, сделать технику посвящения в этот момент. Когда вы будете платить столько, сколько вы считаете нужным, обязательно эту сумму посвятите любви, для того, чтобы она пришла в вашу жизнь взаимная, радостная, хорошая. Я очень люблю эту технику посвящения, и десятки тысяч лет она действительно работает и очень эффективная. Вот. Поэтому, когда мы говорим об этой каше, это все идет, это очень важно в кризисе отношений для вас проанализировать. Не накладываете ли вы свое зазеркалье на ваши отношения? И если это в вас присутствует, обязательно посмотрите мое видео «Кризис отношений. Часть первая». Я там подробно объясняю, каким образом это работает. Поэтому здесь очень и очень важно, чтобы вы с этими моделями разобрались и их проанализировали. Потому что, вот, например, женщина говорит, мой любимый анекдот, я его обожаю просто, чтобы вы понимали, у людей разное восприятие любви. И если вы не самодостаточны, и вы не развили в себе бесстрашие, назовем это так, да, то, естественно, вы так или иначе будете нуждаться в проявлении вас, той модели, которая у вас есть. Если, например, у девочки модель любви эффективная, а у мальчика модель любви отверженная, то девочке придется его постоянно посылать подальше, для того, чтобы он чувствовал, что он ее любит. Но намного проще, на мой взгляд, поменять свою модель на эффективную, и тогда все будет отлично. Перестать влюбляться в деструктивных личностей и начинать любить тех людей, которые способны сделать ваши отношения счастливыми. Вот, и анекдот, который я вам расскажу.
Очень его люблю, он очень смешной. Это, знаете, когда муж с женой приходит к семейному терапевту через 20 лет брака. Ну, мне терапевт спрашивает: скажите, какие у вас претензии к вашей жене? Он говорит: у меня нет, у меня все хорошо. А жена спрашивает: а у вас какие претензии? Вы понимаете, он меня не любит. Ну, он говорит: в смысле? Терапевт спрашивает: что вы имеете в виду, что он вас не любит? Но он вот за 20 лет ни разу мне не сказал, что он меня любит. А мужчина голову поворачивает и говорит: ну слушай, я тебе один раз сказал, когда делал предложение, если будет что-то изменится, я тебе сообщу. Поэтому вот этот анекдот, он явно характеризует то, как мы очень по-разному воспринимаем любовь и по-разному заботу. И поэтому статистика говорит, что очень редко кризисы в отношениях случаются у тех партнеров, у которых они умеют разговаривать и много разговаривают, и не боятся говорить друг с другом, и Б, конечно, у которых совпадает сексуальный темперамент. Итак, смотрим дальше. Поэтому сейчас я вам дам тест, который создала не я, создала Елена Кущ, психолог, семейный, кстати, терапевт, мой хороший друг. Вот, мы давали его в Инстаграм, но сегодня я решила вам его повторить для того, чтобы он был сохранен, потому что эфир в Инстаграм, к сожалению, только сутки держится. Итак, готовы узнать реальность? Значит, я буду называть вам утверждения, согласно которым вы говорите себе «да» или «нет» и загибаете пальцы, то есть или записываете и считаете, ставите палочки. То есть если это утверждение есть в вашей жизни, значит, вы загибаете палец. То есть ваша задача из 21 утверждения посчитать то количество утверждений, которые есть у вас. Понятно? То есть то количество утверждений, которые есть у вас. Готовы? Готовы? Спрашивает у меня Елена, пока вы собираетесь. Скажите, а было ли в вашей практике, когда оба партнеры меняли модели любви на эффективные? Да, потому что в моем клубе есть не только мужчины и женщины, есть и семейные пары. И мои бабочки в отношениях очень часто давали знания из клуба своим партнерам, которые меняли на эффективную модель любви. Кроме того, я скажу, что самые счастливые пары, которых я встречала в жизни, это были люди уже заранее заложенной эффективной моделью любви, либо один из партнеров поменял свою модель любви на эффективную в результате или жизненного опыта, или работы над собой. Поэтому, на мой взгляд, и перед вами, кстати, я точно сам такой же человек. То есть до тех пор, пока у нас деструктивная модель и вот эти деструктивные программы, мы всегда будем из толпы нормальных людей выбирать одного того упыря, который будет нас отвергать. И в тот момент, когда мы меняем модель любви и убираем, прорабатываем наши страхи и программы, то в этот момент мы начинаем в толпе наконец-то видеть адекватных, нормальных мужчин и женщин, которые способны сделать нас счастливыми. Понимаете? Проблема не в том, что он в нашу жизнь. Вот то, о чем я пишу во второй книге. Когда мы встречаем идиота, у меня даже есть пост на эту тему в моей ленте, когда мы встречаем идиота, то есть это неизбежно. Точно так же, как утро или вечер. Мы всегда будем встречать идиотов. Но когда мы впускаем его в свою жизнь и позволяем свою жизнь разрушать, это уже наша проблема. Наши деструктивные модели, наши неэффективные модели любви заставили нас делать этот выбор, к сожалению. И я это говорю, потому что сама имела когда-то этот опыт. И сама понимаю, какие я делала выборы и почему. И почему сегодня, делая другие выборы, у меня стали немножко другие результаты по жизни. Итак, начинаем тест. Первое. Начинаем. Первое. Вы перестали разговаривать друг с другом. Если это так, вы загибаете палец или ставите полосочку. Второе утверждение. У вас нет общих интересов. Следующее утверждение. У вас нет желания заботиться друг о друге. Четвертое. Вы постоянно раздражены или боитесь своего партнера. Пятое.
Все горечи и радости вы делите с другими людьми, а не со второй половиной. То есть, когда у вас что-то случается, вы звоните подруге, а не своему партнеру. Вы или партнер стали больше бывать вне дома или проводите время порознь. То есть, например, ваш партнер где-то может находиться, вы не знаете, где он, и приезжать только спать. Или второй вариант, вы находитесь дома, но каждый находится в своем углу. Следующее. Дома вы находитесь, седьмое утверждение, дома вы находитесь в разных комнатах. Итак, повторю шестое. Вы или партнер стали больше бывать вне дома и проводить время порознь. Седьмое. Дома вы находитесь в разных комнатах. Восьмое. Ваш партнер вам ничем не помогает. Ни в чем. Ни в быту, ни в делах. Девятое. Вы не идете на компромиссы друг другу. Десятое. Вы и ваш партнер не прикладываете усилия, чтобы улучшить отношения. Одиннадцатое. Вы часто ссоритесь. Двенадцатое. Вы постоянно думаете о разводе. Тринадцатое. Вы уверены, что ваша жизнь станет лучше, если вы расстанетесь. Четырнадцатое. У вас нет никакого желания нравиться своему партнеру. Пятнадцатое. Вы не испытываете влечения к своему партнеру. Шестнадцатое. Вы испытываете безразличие к партнеру или чувствуете себя несчастной. Семнадцатое. Вам безразлично ваше прошлое, то есть воспоминания, свадьба уже вас не будоражит. То, о чем я говорила сегодня, когда ты приходишь в полное безразличие. Вы не выходите со своим партнером в общество. У вас нет совместного... Это 18-е. 18-е. Вы не выходите со своим партнером в общество. 19-е. У вас нет совместных планов на будущее. 20-е. Ваш партнер или алкоголик, или игроман, или наркоман, или сексоголик, или медикаментозно зависимый. Другими словами, зависимый в чем-то человек. И ничего не хочет с этим делать. И 21-е. В ваших отношениях присутствует эмоциональное или физическое насилие. Это касается любых отношений. Брак — это понятие просто штампа. Поэтому если вы в отношениях, вот спрашивает Елена, касается ли это. Кризис бывает и у тех, кто женат, и у тех, кто живет гражданским браком длительное время. Итак, 21 пункт. Из 21 пункта мы сейчас выбираем... Смотрим, сколько считаем, у нас осталось, получилось цифр. Да, из 21 пункта, если вам соответствует от 0 до 5, это хорошее отношение. С 5 до 10, даже до 10, в принципе, это хорошее отношение. С 10 до 15 это кризис отношений. 15-21 это уже отношения, которые приходят к разводу. И скорее всего, без помощи семейного терапевта очень сложно будет это исправить. Поэтому, если у вас все 21, то, к сожалению, вы живете или с абьюзером, или с психопатом, и вам, ну, однозначно нужно бежать из этого, потому что невозможно, чтобы 21 пункт, включая физическое насилие, совпадали, это уже сложно говорить об отношениях. Поэтому вот в тот момент, когда мы понимаем, что все, вот эта точка невозврата, она пройдена, это однозначно расставание. Что с этим делать? Каким образом нам из этого выходить? Конечно же, нам нужно понять, что придется об этом говорить. И мы сейчас не говорим, когда партнер там вообще все 21, а бывает так, что партнер как бы достаточно хорошо относится к своей, к второй половине, а вторая половина несчастна. Ей кажется, что у нее 18 или 17 признаков, она хочет уйти из отношений. Или он, да, то есть вторая часть отношений, вторая часть составляющих отношений.
Что важно здесь сделать? Первое. Вы должны дать себе время. Никогда не рвите жестко, потому что разрывать отношения, если вы превратите, будете каждый раз уходить, рано или поздно вы потеряете своего партнера, он сделает с вами то же самое. Поэтому, когда осознанный человек принимает решение расстаться, он приходит к своему партнеру и говорит спокойным голосом, без упреков, что меня не устраивает вот это, вот это, вот это. Мы можем постараться, скажи, что не устраивает тебя, поговорить об этом, договориться и постараться это изменить. Если человек, ваш второй партнер, говорит, я ничего делать не буду, значит, меня все устраивает, мне и так хорошо. Вы для себя все-таки дайте себе хотя бы 3 месяца на осознание, понимание того, что эти отношения вы никаким образом не хотите и не будете спасать. То есть я всегда против вот этих вот разрывов, которые после 10 лет брака за одну ночь она приняла решение расстаться. То есть очень часто это сделано на эмоциях, из страха, на гордыне, и это приводит еще к большим проблемам и к большим последствиям негативным. Поэтому будьте внимательны и принимайте это решение спокойно, сознательно, осознанно. Следующее. Вот в этом курсе, не курсе, а трехчасовом уроке есть техники работы со страхами. И очень важно, там есть тест, вам я его давала в одном варианте, там есть полный тест, это ужасно, если я терпеть не могу и непременно должна. Очень важно по поводу расставания и отношений выписать все эти пункты и проработать их с помощью техник, письменной техники освобождения, дыхательной техники, то есть убрать все то, что вы боитесь, прежде чем вы начнете говорить с собственным партнером. И еще то, о чем я хотела сказать и к чему призвать вас, чтобы вы помнили о том, что ни в коем случае не надо своего партнера обесценивать. У вас было много и хорошего, когда мы говорим о созидающих отношениях. Если вы такое решение приняли, и у вас тем более есть дети, ни в коем случае не опускайтесь до оскорблений, потому что вам потом еще ходить и с ним встречаться на днях рождения своих детей, на свадьбе и все остальное. Вы должны помнить главное правило. Оно звучит таким образом, что тот, кто уходит из семьи, тот, как правило, часто получает в свой адрес много агрессии от второго партнера, да, тот, кто расстроен. И нужно ни в коем случае проявить мудрость и не отвечать на это, ждать, когда у человека закончится его боль. Потому что многие из-за того, что им болит, начинают нападать. Если человек был хороший, у вас были хорошие отношения, и все было хорошо, когда вы начали расставаться, его начала проявляться вот такая форма, это форма мести, поговорите с ним об этом, извинитесь, скажите о том, что да, это больно нам обоим, я понимаю, что тебе тоже больно, но давай не будем терять то хорошее, что было между нами, и убивать это, даже хотя бы ради наших детей, и сохраним вот эти хорошие партнерские, не дружеские, но партнерские отношения, которые являются родителями. Потому что я всегда призываю так делать, когда есть дети, потому что это важно понимать. Важно понимать, что тот, кто уходит, как правило, получает агрессию, да, со стороны второй половины. Если от вас ушли, это высшая мудрость, все-таки ради детей включить мудрость и не превращать это в агрессивное поведение и договориться о том, как вы будете взаимодействовать дальше. Это очень-очень важно. Я благодарна, что у вас так много, и благодарю за репосты. Вот. Поэтому договориться о том, что это сбудется, что как это будет и как будут проходить ваши отношения. Но все-таки, если вдруг это развод, очень многие из вас боятся развода, потому что вас пугают последствиями этого. Поэтому я попросила свою близкую подругу, лучшего адвоката в стране по бракоразводным процессам, ответить на самые частые вопросы моих подписчиков по поводу того, что такое развод в реальной практике, а не в разговорах нашей второй половины. Вот, поэтому я приглашаю вас на трансляцию в 22:00 в мой инстаграм Анна Богинская, вот, где вы сможете задать свои вопросы и послушать на мое интервью именно у Кати. 10 мая, воскресенье, 22:00, мы встретимся на этой трансляции. Присоединяйтесь к моему инстаграму Анна Богинская для того, чтобы побыть увидеть это видео.
Кроме того, вы пишите здесь свои вопросы, которые бы вы хотели, чтобы я задала адвокату, я обязательно юристу, специалисту по семейному праву, вот, которая, слава богу, моя близкая подруга. Вы пишите здесь, я с удовольствием их тоже проанализирую, задам. Если вдруг эти вопросы не было в их списке, то обязательно задам Кате. Вот, поэтому приглашаю вас 10 мая на эту трансляцию в Инстаграм. В Фейсбуке не могу ее сделать, потому что совместные эфиры в Фейсбуке отключили. Поэтому Инстаграм присоединяйтесь именно там. Трансляция будет только там. Вот. Кроме того, напоминаю вам, что до 25 мая действует эта акция на онлайн, вот этот «Любовь он или офф». До 25 мая вы можете приобрести его по добровольному взносу, пожертвованию, на обмен знаниями, вот, потому что мне хочется, чтобы вы не только слушали, а действительно меняли свои жизни с помощью действий, потому что, к сожалению, одного слушания недостаточно. Вы должны техникой показать, что мы это меняем внутри себя. И 25 мая я проведу там дополнительный урок для тех людей, которые присоединились к этому онлайну. Напомню, что для участников клуба, для всех моих бабочек, этот онлайн доступен. Он находится в клубе «Жить жизнь». Вы можете его послушать в любой момент на постоянной основе. Поэтому спасибо вам. Надеюсь, что вам было сегодня очень-очень интересно и продуктивно, что счастливыми нас делают те отношения, которые делают жизнь обоих лучше. Вот. И отношения, в которых мы так или иначе являемся донором, всегда будут для нас разрушительны. Поэтому я хотела сказать, берегите себя, что я верю в то, что абсолютно каждый человек достоин быть счастливым. Если вы в своих семьях были счастливы, боритесь за них. Вот. Многое можно исправить, если партнеры приняли решение сделать свои отношения лучше. Я верю, что кризис всегда можно пережить, и после кризиса отношения всегда становятся лучше, если оба партнера что-то для этого делают. Поэтому обнимаю вас душой. До встречи в воскресенье в 22:00 в Инстаграм. Вот, присоединяйтесь к моему Инстаграму для того, чтобы быть на этом эфире. Клуб «Жить жизнь». Мы с вами встретимся в воскресенье в 19:00. Вот, будет продолжение уроков веселых, которые я вам обещала. Вот, поэтому встретимся в клуб «Жить жизнь» в 19:00. Всем хорошего вечера. Еще раз благодарю за репосты. Обязательно пишите вопросы, если у вас появятся какие-то. Можете также в личку писать. Всем добра, берегите себя. Хорошего дня. Вечера. Вечера. Сейчас отключу Инстаграм. Отвечу на ваши вопросы письменно. Отвечу на ваши вопросы письменно, потому что я уже почти более часа в эфире, мне кажется. Спасибо вам огромное. Не хочу вас задерживать в столь позднее время до 23:00 и позже. Все-таки я себе ставлю такой барьер до 23. Напомню вам, что книги на сайте annabaginskaya.com. Вот. Спасибо огромное за ваши добрые слова. Ну и, конечно же, жду вас в клубе и на трансляции в воскресенье. Всем добра, берегите себя, пусть жизнь заботится о вас и всегда-всегда оберегает. Хорошего вечера!